Привет! Вы на канале Даша Вопросик. Я уже показывала свое утро или нет? Я уже не помню. Но сегодня я вам покажу свой вечер. Да. Вечер у меня выходной. Сейчас нет родителей дома. Поэтому я могу спокойно снимать ролики. Вот. Ну, конечно же, первым делом вечером я как бы сижу дома. Но вечер мой начинается с того, что я смотрю телевизор и играю во всякие игры, в телефон. Иногда делаю всякие там фортепиано и все такое. Бла-бла-бла. Ну, в общем, смотрю телевизор. Пока загружается телевизор. Вот что у меня. О, телевизор уже загрузился. Тогда я пойду положу. Все видимые и невидимые звезды, планеты, их спутники. Друг мой любезный, у вас глаз дергается. Это предвкушение. Можно я с вами посчитаю? Посижу. У меня лишние сиденья. Телевизор я уже посмотрела. Ну, а дальше я кушаю, ужинаю. Но сейчас, так как нет родителей, я себе приготовлю то, что есть. Обычно я смотрю на телефоне видео, но сейчас я снимаю на телефоне видео, поэтому я не могу смотреть видео. Попробую включить планшет. Если он у меня не разряжен. Если он разряжен, это плохо. Пробуем включить планшет. Включайся. У него нету зарядки. У него нету зарядки. Нету зарядки. Нету зарядки. Остается только одна. Половина части. Я сниму, как я ем, а вторую половину посижу с телефоном. Ага. А сейчас в целом я люблю читать ваши комментарии. Но я люблю читать плохие комментарии, потому что все говорят, что уходи с канала. Зачем я вообще смотрю этот канал? Только в одном видео у меня хорошие комментарии. Это «Как заварить чай одну дома». Кстати, скоро выйдет «Как заварить горячий шоколад одну дома». И оно выйдет сегодня. Прямо в это видео. Да. Правда. Надеюсь, вам тоже это понравится. А сейчас я иду кушать. Точнее, сначала готовить еду, а потом кушать. Есть один минус. Два. Три. У меня брат дома свой. В глубине души его люблю, а вот. Но есть еще два минуса. Я не смогу в этом видео снять, как делать горячий шоколад у Нома. А второй минус. У нас не готова еда, поэтому я буду жрать сухарики. И смотрю телевизор. Вот. А, нет. Я знаю, что. Надо добавить рыжки. Лопаем рыжку. Сейчас не только выпустился этот воздух. Такая риска. Ну и куда-нибудь положим и вот так вот перемешаем, чтобы она в глубине там, чтобы я ее не съела пока что.
Да. Вот так. Прекрасно. Классно. Нет. Все-таки чего-то не хватает в этом блюде. Точно. А, нет. Не подходит. Ушли долгие часы. Точно! Надо добавить туда конфет и всяких вкусностей. И почему я так долго думала об этом? Конфетка. Вторая. И третья у нас будет тоже ириска. Вкусная. Ну все, теперь я покушаю. И буду ложиться спать. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Да. Всем пока! Я вас люблю. Люблю своих подписчиков. Ах да, подписывайтесь на канал маленькая мисс София, Литл Мисс София. Она снимает очень интересные видео со своим другом собакой Фрэнком. Это очень интересный канал. Я подписалась. Подпишись и ты.